как тебя зовут? Мирославе, а Мира дает руку Рите, а Рита дает руку Кате. Называем имя, а Катя дает руку не мне, а имя, как тебя зовут? Лёне. Субтитры сделал DimaTorzok.
вызывали стадо на выпас. Этот инструмент, может быть, кто-нибудь видел когда-то? Да. Похожий. Ну какой? Чик-чик, я вам сейчас расскажу. Этот инструмент называется рожок. Рожок. Вот я вам себе поближе покажу. Рожок. Вот он как труба. Я помню, там же были рукавки. Да. И на нем раньше играли постучить. А будете болтать, ничего не узнаете. Послушаем, как он звучит, как они могли играть. Готовы? Это тоже дудь, но она со свистком, видите, свистком. Она звучит как... Вы сами сейчас поймете, как она звучит. Готовы? Называйте этот инструмент свирель. И один еще я вам покажу. Вот такой. Я такой дом. Такой дом. Это как же он называется? Туду. Это город. Это большой. Это город. Этот инструмент называется жалейка. Жалейка, да. У него такое, значит, ну... Может быть, кто-то скажет слово «желе», я слышал, да? А слово «жалеть» может быть. Жалейка, жалко, жалость, да, но... То есть, но он звучит, я думаю, что не только грустно может звучать. Послушаем? Давай. Грустно или нет? Нет! Спасибо за внимание. Да? Все запомнили. А теперь про дударь, дударище. Теперь поняли, кто такой, да? Итак, Даниил Сергеевич познакомил вас с различными духовыми народными инструментами. Теперь вы знаете, чем жалейка отличается от рожка, а рожок, кстати, родом из города Владимира, из Владимирской земли. И так называется Владимирский рожок. И еще один инструмент, который вам показывал Даниил Сергеевич, назывался свирель. Ну что ж, ребята, вот все эти инструменты были у наших пастушков. И вот такой дударище, ну, скажем, уже совсем не молодой, а даже старый старичище. Только этот дударь был очень хитрым и даже слыл обманщиком. И вот такого дударя за его вранье нужно было посадить под колоду, его под сырую, его под гнилую, да? Колода, что такое? Колода, это колода карт, говорят у нас ребята. Ну что ж, а я имею в виду колоду, которая остается, когда от дерева отпилят кусочек. Ясно, да? Вот такая большая колода. Вот ее под колоду, его под сырую, его под гнилую. Вот что с дудой.
Значит, ты у нас играешься дудаем. Я тебе покажу, как надо делать. Взялись крепко за ручки, ручки-замочки показали нам. Ай да умницы! И идем по кругу. Вновь идем в хороводе. Раздели, ребят, раздели. И поем песню про дударя. Thank you.
девочка, ну что ж, теперь я рассчитаю вас на первого, второго. Первый, второй, первый, второй, первый, второй, первый, второй, не путай. Thank you.
чтобы она тебе поставила пятерку сегодня. Ты молодец. И вы, ребята, все сегодня по всем сферам. У меня там тоже. Ребята, вы запоминайте наши игры, играйте, как только будет возможность. Может быть, с семьей соберетесь дружно. Может быть, когда на улице гуляете, на прогулке, тоже можно играть. Главное быть дружными, быть добрыми друг к другу. Я вам желаю, чтобы в эту холодную погоду, снежную, в ваших сердцах жила любовь и доброта. На этом мы с вами прощаемся. Трудная игра! Нет! А внимание требует? Да! Ну хорошо, растяжку мы выучили, молодцы! Ну что, ребята, по второй ответу пролетел целый час. Матвей, время, правда? Кем ты сегодня был? Стариком. Стариком, как назывался старик? Дуда. Кто такой Дуда? Помните? Дуда. Дуда. А почему она Дуда? Дуда. Это для того, чтобы... Правильно, ребята, послушайте. Матвей все выучил. Ты у кого у нас учишься? У Дударя. У Натальи Владимировны? Да. Значит, я передаю Наталье Владимировне, чтобы она тебе поставила пятерку сегодня. Ты молодец. И вы, ребята, все сегодня... Ребята, вы запоминайте наши игры, играйте, как только будет возможность. Может быть, с семьей соберетесь дружно. Может быть, когда на улице гуляете, на прогулке, тоже можно играть. Главное быть дружными, быть добрыми друг к другу. Я вам желаю, чтобы в эту холодную погоду, снежную, в ваших сердцах жила любовь и доброта. На этом мы с вами прощаемся.